Что ужасно, подобное преступление присуще не только мигрантам. В Швеции судят 38-летнего врача, который удерживал в заключении 24-летнюю девушку, периодически подвергая ее сексуальному насилию. Если его признают виновным, мужчине грозит пожизненное заключение. По версии обвинения, врач встретил свою жертву после знакомства через интернет. И еще одно громкое дело, которое расследует в Швеции, только в этом случае подозреваемый несовершеннолетний беженец. Он задержан за жестокое убийство 22-летней сотрудницы социального приюта. По данным полиции, между подростками завязалась драка, а соцработник пыталась ее разнять. В результате женщину несколько раз ударили ножом, она скончалась в больнице. Премьер-министр Швеции назвал произошедшее ужасным преступлением и отметил, что многие шведы опасаются повторных подобных нападений.